благодарственные письма и поздравления. Свой профессиональный праздник Олег Ромашов получил заслуженные награды. Ведь трудится он на благо Одинцовского округа уже 6-й год подряд. Сотрудники его компании убирают общественные дороги и помогают поддерживать их в чистоте. Командная и слаженная работа – самое главное в этой непростой сфере, уверен он. Карьера начиналась с 2 тракторов, 1 КДМ-ки подержанных. Сейчас в парке порядка 50 машин. Обслуживаем порядка, наверное, 40% Одинцовского района муниципальных дорог. Всего в этом году к уборке территорий привлекут 238 единиц коммунально-уборочной техники. Уже заготовлено 13 тонн противогололедных материалов. Глава муниципалитета Андрей Иванов проверил готовность оборудования к зимнему сезону и поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства. Переоценить вашу роль практически невозможно. На территории нашего округа 761 дорога местного значения, это где-то 642 километра, протяженность, расстояние больше, чем от Москвы до Петербурга. 3 миллиона квадратных метров мы с вами обслуживаем, это не считая дорог регионального и федерального значения. Обслуживание и содержание дорожной инфраструктуры – самые главные задачи, которые стоят перед дорожными службами. Именно от их добросовестного труда зависит комфорт и безопасность жителей нашего округа. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».